Всем привет! Продолжаем рассматривать работы художников Уильям Пауэлл Фрид, английский художник, специализирующийся на жанровых предметах и панорамных повествовательных произведениях жизни в викторианскую эпоху. Был избран в Королевскую академию в 1853 году, описан как величайший британский художник социальной сцены со времен Хогарта. Родился 9 января 1819 года в Олдфилде, недалеко от Рипона, это западный Йоркшир. Изначально он намеревался стать аукционистом. Фрида вдохновил заняться искусством его отец, владелец гостиницы. Фрид был двоюродным дядей и советником английского школьного портретиста Генри Рейна. Переехал в Лондон в 1835 году, начал свое формальное обучение искусству в Академии САС на Шарлотт-стрит, прежде чем посещать школы Королевской академии. Я цитирую Википедию переводную. Впервые выставлен в Британском институте в 1838 году. В 1840-е годы он часто писал портреты деятелей литературы, таких как Чарльз Диккенс или Лоуренс Стерн. В 1865-м рисовал свадьбу принца Уэльского. Был членом группы, в которую входил Ричард Дат. Она называлась «Клик». Основное влияние на его творчество оказали чрезвычайно популярные домашние сюжеты, написанные Дэвидом Уилки. Знаменитая картина Уилки «Пенсионер из Челси» стала толчком к созданию самых известных композиций Фрида. Фрид создал сложные многофигурные композиции, изображающие весь спектр викторианской классовой системы, встречи и взаимодействия в общественных местах. Картина «Сцена среди толпы» на гонке в Эпсон Даунс была основана на фотах Роберта Хоулета. Эта композиция 1856 года была куплена Джекобсом Беллом за 1500 фунтов стерлингов. Она была настолько популярна, что на показе в Королевской академии художеств эту картину пришлось защищать специальным ограждением. В своей карьере он написал две серии по 5 картин, каждый рассказывая нравственные истории в манере Уильяма Хогарта. Ушел из Королевской академии в 1890 году, но продолжал выставляться до 1902 года. Был традиционалистом, который заявил о своем отвращении к развитию современного искусства в нескольких автобиографиях. Был закоренелым врагом прерафаэлитов и эстетического движения. В более поздние годы он написал множество копий своих знаменитых картин, а также написал более раскованные в сексуальном плане работы, такие как «Обнаженная натура после ванны». В 1856 был сфотографирован Робертом Хоулетом в фотографическом институте в рамках серии портретов прекрасных художников. Умер в 1909 году в возрасте 90 лет, похоронен на кладбище Кенсал-Грин в Лондоне. Крупная ретроспектива была организована в художественной галерее Гилдхолл в Лондоне в ноябре 2006 года. Картины Фрида находятся в коллекциях нескольких британских учреждений, включая художественную галерею Дерби, музей Виктории и Альберта. Жена была дважды, у нее было 12 детей от его первой жены Изабель. Уолтл Фрид, третий сын от первого брака Уильяма Фрида, был автором 14 пьес и 3 романов. Ну, так вкратце, конечно, о английском художники, который специализировался на жанровых предметах и панорамных повествовательных произведениях в жизни викторианскую эпоху, был описан как величайший британский художник социальной сцены со времен Хогарта Уильям Пауэлл Фрид. Пока-пока, до свидания, смотрим работы.